А перед бурным лицезрением унылого четвертого пня рекомендую посетить канал AMGeek. Парень претендует на почетное место ютубовского смотрщика разного железа. Сейчас он активно изучает возможности 775-го сокета. Мы посмотрим, какие процессоры встанут на какие материнки, какие чипсеты должны быть на материнской плате, чтобы поддерживать конкретные модели процессоров. И так же, как ваш покорный слуга, не против потратить кругленькую сумму на разные детали ради вашего удовольствия. На этой материнке я планирую затестить процессоры, все четырехъядерники, вернее все архитектуры, имеющиеся, уже заказал их. Будем гонять, смотреть, что из этого получится. В общем, ждите жару. Обязательно загляните, что там у него и как. Ссылка будет в описании. Привет, народ! И коли уж учебный год в самом разгаре, было бы не лишним взглянуть на представителя сверхбюджетных сборок персональных компьютеров, позиционируемых на Авито как идеальный вариант для учебы. Разумеется, перед нами здесь представитель незабвенного до сих пор 478-го сокета. И данный ПК мне достался совершенно бесплатно. Но подобные ему экземпляры Авито в среднем могут стоить около 1500 рублей в случае полной работоспособности. То есть не в этом случае. Ведь по сути он был сгоревший нерабочий, по части материнской платы. Довольно неплохой такой, с гипертрейдингом, солидным количеством слотов под АЗУ и так далее. Тем не менее, сиротами комплектующие не останутся. Ведь я нашел им новую мамку от Intel. Хоть она и немного миниатюрнее, все же умеет гипертрейдинг, имеет хорошее количество слотов под оперативу и владеет парой уникальных фишек. Да и к тому же довольно приятно на вид, чего уж там. Спасибо большое тебе, анонимный подписчик, за то, что не оставил всех этих крох на произвол судьбы и подарил им новую маму. Кстати, о крохах. Здесь у нас довольно свежий 400-ваттный блок питания Uniq-U, который для прочих весьма новых комплектующих сгодится, хоть и не имеет выключателя. Следом идет довольно увесистый ADE-шный хард на 80 гектар. Достаточно неплохая видюшка от Atina 64 метра видеопамяти и главные виновники торжества. Четвертый Pentium на 3 ГГц с великим и могучим гипертрейдингом, зачастую представляемый на Авито как двухъядерный. Интересно, попадается ли на это еще кто-то? Ну и как же без оперативной памяти типа DDR1? Стоит здесь ее аж 1 гигабайт, что вкупе со всеми остальными комплектующими уж точно заставит несчастного школьника, получившего такую махину от щедрых родителей, учиться. Или не только? Давайте узнаем. По привычке сразу попробуем эту сборочку в интернетах, ведь неотъемлемой частью учебы является скачивание готовых работ и последующее развлечение в YouTube. И с первым пунктом все весьма неплохо. Странички браузера резвые и несколько вкладок не тормозят двухъядерный в кавычках CPU. Это уже что-то. А вот дела с онлайн-видео обстоят похуже, что в общем-то неудивительно. Кино здесь абсолютно несмотрибельно. Остается только офлайн, увы. Что же касается YouTube, самый дипломатичный браузер относительно нормально дает смотреть видео только в 360p. Дальше просто дичайшие фризы начинаются. Довольно-таки рядовая ситуация с подобными сборочками для непрерывной упорной учебы. Но и об играх как награду за полученное знание забывать не стоит. Что же тут запустится-то? На 64 мегах видеопамяти DDR1 и пассивном охладе. Знаете, много чего. Имея опыт с идентичными видеокартами, скажу, что несмотря на свою скромность, ей есть что показать. В общем, к делу. Стартуем с одногодки этой офисной видюшки, второй халвы. И к возможному всеобщему удивлению, я сразу выставлю 1024 на 768 и средневысокую графу. Как результат, 40-60 FPS без единой просадки. Уже впечатляет. Продолжаем с Сан-Андреской. С тем же разрешением и средними ползунками. Вновь кадры весьма велики и беспросадочны. Наверное, пора бы и гонки с их быстрой прорисовкой локации обкатать. Ну и если вы хорошо знакомы с моим каналом, то сходу вспомните, как обычно выглядит Most Wanted на тестируемых сверхдешевых сборках. Не правда ли здесь ситуевина поприятнее будет, хоть и при 800 на 600? Для карбона же подобный резолюшн оскорбителен, так что тот же средняк, но уже при 1024 на 768 позволяет действительно насладиться гонками, а большое количество подвижных объектов в кадре забирает от силы 7 FPS.
Прекрасный результат. Пойдем-ка во второй постал. По логике, движок Unreal 2 должен не слабо напрягать подобную карточку на выставленных мною сеттингах. Ну и худший результат, что был мною тут замечен, это просадка до 24 FPS. Вполне себе неплохой результат для подобной видеокарты. От подобного разрешения и качества картинки вы даже удовольствие рискуете получить. Наконец-то, теперь мы диктуем правила, а не аппаратные ограничения. Но, походу, уже не здесь. Far Cry. Crysis 2004 года. Скромно зайду с минималок и пойму, что все не так уж и плохо, даже при 1024 на 768. И да простит меня DDR1. Ставлю средний пресет. Но, увы, конечно же, карточка не всемогуща в рамках всей классики нулевых. Doom 3 она вытягивает уже только на совсем уж минималках. И хоть и FPS со своими просадками терпимо, играть на таком графине больновато. Хотя такие модельки персонажей вас реально напугать могут. Продолжать, конечно, можно долго. Но перейдя к достаточно тяжелым тайтлам, мы огорчимся. Stalker, например, она уже не тянет. Ну, в смысле, тянет, пока камера уставлена под ноги. А вот при подъеме глаз начинается светопредставление. Crysis тут тоже стартовать не захотел. В общем, суммируя увиденное, можно и итог подвести. Данная машинка с гипертрейдингом вполне способна быть помощницей в учебе бедным школьникам младших классов. Учитывая, как тут обстоят дела с Инетом, от пресловутой учебы их уж точно мало что отвлекать будет. Но расстраиваться, получив такое, не стоит. Подобное железо точно научит неофитов ценить действительно хорошие классические игрули. И это прекрасно. Что же касается видеокарты, думаю, стоит поподробнее изучить ее возможности отдельно и узнать, насколько она превосходит всех своих возможных конкурентов в той или иной классике. Если это и вам интересно, ссылка на видео с ней будет в описании. Здесь же пока все. Stay tuned и до следующего раза.